Мне хотелось попасть домой. Родители бросили, и они вас не собираются забивать. Больно было так же. И что теперь делать, и как? Почалася, я би сказав, депортація от людей. Вони почали вивозити всіх дітей зі шкіл, з технікумів, з вузів. Вони йому сказали, не хочеш по-хорошому, ми тебе силою вивіземо. Мы должны были разговаривать на русском. Ничего такого, что было связано с Украиной, то есть нам нельзя, потому что будет какое-то наказание для нас. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин! Спасибо дяде Юре за то, что он меня, мою сестру и сотни тысяч детей спас. С Мариуполя. Можешь подойти и обнять. Смотри, дети, давайте все обнимемся. Посмотрите, вот он, тот, кто вас спас. То есть они выгнали ЗСУ из города, то есть они сами туда заехали, и все, и как бы, типа, нас спасают. Наши российские граждане, они, конечно, с большим сердцем и, в общем, уже выстроились в очередь брать детей. Мне кажется, нужно думать не о бюрократических проволочках, а об интересах детей. Они были, собственно, приняты Россией в связи с тяжелой обстановкой, в связи с угрозой жизни и здоровью. Нас там мозги заговаривали так, чтобы мы не ехали, чтобы мы были против Украины. Мы сделали наш исторический выбор быть вместе с Россией. И мы чувствуем поддержку нашего президента Владимира Владимировича Путина. Уже несколько раз чуть ли не плакал: «Приезд, забери, приезд, забери». Бог его знает, что они надумают. Это страшно думать.